Hare Bol, Hare Bol, Nitya Gaura Hare Bol,
Киртана Яги Ки Джай, Ананта Кути Вайшна Вринда Ки Джай, Го Преманде. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы читаем 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, глава 15-я «Смерть Накасуры», текст 39-й и 40-й. Текст 39. Тайостатсу махат карма, нишамья вибудхадаяк, мумучук пушна варшани чакрур, Вадья не то, что Бог. Тайостатсу махат карма, нишамья вибудхадаях, мумучу пушпа варшани, чакр вадья не то, что Бог. Пословный перевод. Тайох, их двух братьев, тат, этот, сумахат, величайший, карма, поступок. Нишамья, узнав о нем. Вибудха Адаях, полубоги и другие возвышенные существа. Мумучух, выпустили. Пушпаваршани, потоки цветов. Чакрух, играли. Вадьяни, музыку. Туштувух, возносили молитвы. Перевод текста. Услышав о героическом подвиге двух братьев, полубоги и другие возвышенные существа стали сыпать с небес цветы. Они играли прекрасную музыку и возносили молитвы, прославляющие Господа. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Шрила Санатана Госвами разъясняет, что полубоги, великие мудрецы и другие возвышенные личности пришли в восторг и изумление, увидев, как быстро и изящно Кришна и Баларама расправились с ослами-демонами в лесу Тала. Текст 40. Адхаталабхаваньядам манушьягатасатхвасах тринам чапашавасчирур Кататхину какануны. Отныне коровы могли мирно пастись в Талаване, а люди беспрепятственно входить в лес, где нашел свою смерть Дынука, и, не ведая страха, вкушать плоды деревьев Тала. Комментарий. По мнению ачарьев, плоды пальмовых деревьев достались низкорожденным людям, таким как Пулинды. Поскольку пастушки сочли запачканные кровью ослов плоды оскверненными. О магинати вирандасья гинанджана шлакая чакшур унмиритам яна тасмай шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутали Своям рупа кадамахьям, дадати свападантикам, ванча калпата рупеча, крипа синдубья эвача, патитанам паванепхё, вайшнавепхё, намо намаха.
Джай Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шиваса Нигора Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Прештая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Итак, убийство Тхенукасуры как бы триумфально свершено, все закончилось красивейшей картиной, постижимой только в особом трансе, как мы говорим в последнее время, только в этом самадхи, ясадевы. И теми, кто следует ему, можно увидеть эту красоту, когда убитые ослы качаются на пальмах, там течет кровь, и все это удивительный пейзаж. Вот. И, похоже, полубоги, они вошли тоже в определенные самадхи, потому что они ликуют. Три вещи, он говорит Джива Госвами, они совершают, они сыпят цветы, они тут же играют на музыкальных инструментах, и они прославляют Господа песнями и молитвами. Хотя тот же Джива Госвами говорит, что о них особо Кришна не думал. То есть они оказались такими неожиданными свидетелями того, что произошло. Кришна думал только о том, как достать удовольствие своим друзьям. Но оказалось, что он доставил удовольствие всем, кто даже подсматривал. И Джива Госвами особо на это уделяет внимание. Но я вообще даже никак не думал в эту сторону, а комментарии Джива Госвами почему-то на это обратил внимание, что, оказывается, множество живых существ наблюдали за этой сценой, и о них Кришна даже не думал, но они все равно получили благо. Поэтому Рупа Госвами, чтобы описать этот процесс бхакти-йоги, вот этот процесс, когда благодаря внешней деятельности чувств живое существо пробуждает свою изначальную природу, сварупу, он описал в двух этапах. Это очень интересный момент, что прежде всего в эпицентре этой практики это спонтанная, экстатичная любовь к Верховной Личности Бога, которая пробуждается благодаря естественной духовной потребности живого существа. То есть, строго говоря, единственный наш голод – это голод по экстатической любви. И ради этого вращаются все правила предписания. Видхи и нишеды. Да? То есть есть позитивные правила, есть запреты. И все обслуживают вот эту духовную потребность. Но имеется в виду, эти наставления даются именно с этой целью. То есть живое существо испытывает единственный голод. Это голод по спонтанным чувствам в отношении Верховной Личности Бога. И запускается этот процесс бхакти-йоги даже в материальном мире. Именно с этого должен прийти Господь Чайтанья. Да, вот. Он пришел, причем он пришел со своими спутниками. Он не пришел один. И вот в их отношениях разыгрывается вот это естество. То есть практически через Господа Чайтанья, мы знаем Голакер Прематхан, Харинам Санкиртан, это все вошло в материальный мир. То есть на самом деле там происходит Вриндава. Вот эти естественные, спонтанные чувства любви преданных и Господа, идет обмен. И Господь Чайтанья поглощен только этим. Его вечные спутники поглощены только этим.
но благо получают все. И первым получают те, кто развивает божественные качества. Тот, кто может обратить внимание на это все. Вот в чем удача полубогов, что несмотря на то, что они не были, они могли разделить вот это блаженство, которое царило между друзьями Кришны, Кришной и Баларамой, они не имели доступа вот в эту сферу реальности. Тем не менее, они были достаточно благочестивы, чтобы привлечься этим. Это чрезвычайно важный момент. Что эта бхакти-йога, подобно многослойному пирогу, я еще слышал такое сравнение. То есть обязательно все устроено одновременно так, что кто-то пьет нектар, вот, пибата, раса, малаян. Кто-то непосредственно переживает в раджа-бхаву. Кто-то достаточно благочестив, кто может обратить на это внимание, и несмотря на то, что он как бы как за стеклом на это смотрит, воспринимает, его сердце рвется туда. И это означает, что обязательно он получит милость в какой-то момент, и он войдет в лилы Кришны. Кто-то не способен даже оценить, насколько это важно. Он считает это чем-то несерьезным. Но он привлекается благочестием, и он смотрит, что какие-то благочестивые люди обращают внимание на это. Ну и он, благодаря тому, что он привлекся благочестием, через общение с благочестивым, он все равно привлекается теми, кто погружен в спонтанное служение. И это такие многоступенчатые как бы, сферы как бы, общения, как говорят ученые, я извиняюсь, социальные страты, они говорят, есть вот многослойность общества. Они так устроены благодаря Господу Читания, что один слой привлекается другим, то третьим, четвертым, и все вдруг привлекаются вот этой горсткой вайшнавов, которые с ума сходят по любви к Кришне. Вообще невозможно понять, не то, что они говорят, не то, что они делают, не то, что из них исходит. Господь Читания объясняет это Санатане Госвами, Читание Чаритамрити. Вакья, крия, мудра, виджнеха на буджая, он говорит, даже самые мудрые люди, виджнеха, не могут понять слова, поступки и качества, ну, проявления тех, в сердце которого проснулась Кришна Према, Карая Удай. Невозможно это вот рационально понять. Но так все устроено, по милости Господа Читания, что каждый рано или поздно обязательно к этому придет. Вот эта вера крайне необходима для нас. Все окажемся там, что вот, как говорят люди опытные, все равно всем там окажемся, да, имея в виду оставление этого тела. Вот вайшнавы, они должны иметь твердую ништху. Все окажемся на Голоке Вриндаване. Кто рано, кто поздно, это не суть важно. Суть важна, что Господь Читания уже пришел, Рага Бава уже запущена в этом материальном мире. Все. Вопрос времени, когда вся эта вселенная просто вернется на Голоку Вриндавана. И мы можем спекулировать только по поводу того, а кто останется в этой вселенной. Ну, можно спекулировать, можно не спекулировать. У кого-то есть такие проблемы. Что будет, когда все уйдут на Голоку Вриндавана? Ну, можно поразмыслить, какую-то стратегию создать, наполнение этой вселенной. Но это уже для любителей. Для нас очень важно утвердиться в том, что мы находимся в трансцендентном движении, успех которого гарантирован. И чем быстрее мы поймем, что с нами уже все хорошо, в том смысле, что мы уже спасены, тем проще нам нужно, можно будет вот за это стекло проникнуть. Потому что что значит благочестие? Что значит, что мы иногда можем только созерцать за играми Господа, смотря на великих преданных? Это значит, что мы хотим проникнуть вроде в игры Кришны, но мы хотим это все равно для себя. Мы чувствуем, что нам что-то не хватает. Ну да, вот они там все с Кришной, а мы-то не с Кришной. Ну, вот, а мы, а как же мы? Вот это вот. На самом деле, вот это есть стекло.
Потому что как только мы обращаем внимание на Кришну больше, чем на себя самих, мы тут же понимаем, что мы уже купаемся в милости Господа. То есть мы способны просто ответить на то, что уже происходит. Пока мы сосредоточены на себе, мы не способны просто ответить. Спонтанно, естественно. Есть вот это постоянная калькуляция, сканирование. Есть ум, он все отражает, вот он пытается там в своей плоскости навести порядок. Как ему проникнуть в игры Господа Чайтаньи? Вот он все думает. И чем гениальнее ум, тем хуже для него. Вот, чем умнее наш ум, тем как бы плотнее это стекло. Но так или иначе, даже это не беда. Вот как-то надо нам в конце концов вот успокоиться на этом. Что уже милость есть, и мы преемники этой милости, и самое время разделить с Господом Чайтаньи вот эту аударья-бхаву, вот это непостижимое сострадание другим живым существам. Вот выйдите после Бхагавата или после хорошего киртана и обратите внимание на людей. Это же, ну как тут не прослезиться? Ну как вот эмоция не может не возникнуть. Они полностью лишены вот этого вкуса, вкуса истинной духовной жизни. Я помню, ну вот как, да, 90-е годы и так далее. У нас были пиры. Ну, какие пиры были в 90-е годы? Ну, как вот старушки на скамейке сидят и говорят, ну, вот нас было, да, вот тут не такое сегодня. Вот так и хочется сказать, хотя я не прав, конечно, что вот тогда были пиры, то есть, когда мы принимали просад из какого-то праздника, мы просто не могли встать. Мы ложились на левый бок. Знаете, все было проще, не было такого серьезного движения сознания Кришны, знаете, который должен показывать пример, все стандарты. Мы были простые, как дети. Мы могли просто развлечься и посмотреть друг на друга так вот в этом экстазе, что вообще происходит. Я помню, после Радхаятры в Кургане Шикшаштка также лег и издал первый, знаете, Шикшаштка пробовал, он же такой, ну, ходячий юмор. И он выразил приблизительно эту пхаву так. Если сейчас сюда зайдут люди с автоматами и наведут на меня вот эту мушку, я даже, говорит, не шелохнусь. Мне, говорит, все равно. И все поняли, ну как точно вообще, вот как точно выражено. Вот полное освобождение вообще. Ничто не может поколебать это состояние. И я хорошо помню, что несколько раз было вот это чувство посреди вот этого экстаза, я вдруг понимал, что есть люди в Тюмени, в Екатеринбурге и в Кургане, которые ни разу вот это не пробовали. И у меня был шок, представляете? Вот эти кофты там, знаете, с подливами были, помидорными. Что мне еще описать? Там вот эта халава, ну, особая, 90-х годов, тут сладкий рис, знаете, малпуры, ну, штук 25 блюд, ну, как бы, это единственная наша радость была, в смысле такого экстазного, чтобы просад, прежде всего. Вот от души преданные, особенно на праздниках, все это готовили. И вот я думал, они даже не знают, что такое халава. И хорошо помню, что вот какое-то вот такое чувство интересное. Я понимаю, что это милость Господа Чайтаньи, вот за это чувство надо ухватиться. Где-то здесь мы можем очень глубоко почувствовать этот прайоджитага, йогу, вот эту йогу с Господом Чайтаньи. Мы знаем, да, этот текст, седьмой текст, второй главы, первой песни. Васудева Бхагавати Бхакти Йога прайоджитага. Вот ровно настолько, насколько в глубине мы чувствуем связь через бхакти с Верховной Личностью Бога, естественным образом, очень быстро, ашу говорится, приходит знание и отречение. Просто благодаря тому,
что так или иначе мы чувствуем эмоцию Верховной Личности Бога. Так, почему я начал об этом говорить? Да, что уже все создано Господом Читания, уже вот этот многослойный пирог, он вошел в нашу жизнь. И что мы можем тут, какое наставление принять от живых Госвами, что важно отнестись к этому серьезно, именно с высоты священных писаний, то есть с высоты восприятия того, как это видит великий Ачарий и сам Верховный Господь. Вот Джива Госвами в том же комментарии следующую вещь говорит, что вот полубоги для них это было ощущение какого-то великой победы Кришны. Вот великой победы. Для них это было нечто чрезвычайное. А для мальчиков-пастушков это было нечто заурядное. Вот есть как бы взаимное как бы расположение отношений в этом случае. То есть для кого-то духовная жизнь будет нечто естественным. Кому-то будет казаться, что это кто-то подвиг совершает вообще. Кто-то такие там стандарты держит, сумасшедшие. Ну, вообще, я такого никогда не смогу, да? Кто-то еще там вообще не очень серьезно может к этому относиться. И к чему я клоню, что когда мы говорим о вот нашей вайшнавской семье, о нашем вайшнавском обществе, то Священное Писание помогает нам правильно расположиться друг по отношению к другу так, чтобы уменьшить, насколько это возможно, вот это оценочное мышление, оценочное состояние, которое приводит к аппаратам. Мы знаем, что единственное, что нам реально препятствует и может действительно испортить нам гарантированный вот этот успех, то есть, с одной стороны, гарантии есть, но мы можем очень постараться и отрезать себе путь к этой гарантированной цели. Каким образом? Если мы настаиваем на оскорбительном восприятии, вот если так или иначе мы, что-то в нас, какой-то вот генератор работает, который постоянно оскверняет то, что на самом деле происходит. То есть профилактика аппарат – это самая главная ответственность, за которую чувствуют преданные, которые практикуют правильно. Они знают, что у них должен быть внутренний механизм профилактики оскорблений, и они пытаются распространять вот это вот настроение, вот этот опыт защиты от оскорблений с теми, с кем они общаются. Я помню Факир Махан Прабу, это близкий спутник Горгавинды Махараджа из Гадайгири, из этой деревеньки, я часто о нем вспоминаю. Вот он давал лекции часто в МВТИ, это гостиница Искон, недалеко от Кришна Баларамы во Вриндаване. Индрадюна с вами все время его прославлял, вдохновлял нас слушать его лекции. И вот мы приходили вместе с Индрадюной с вами. И единственное, о чем говорил Факир Махан всегда, вот сколько я побывал на его лекции, об оскорблении. Может быть, такое оскорбление, надо это знать. Может быть, такое оскорбление, надо это знать. Потому что оскорбление – это вот склонность к оскорблению. Это единственное препятствие. Единственное препятствие. И вот источник вот этих оскорблений – это вот наше вот это концептуальное оценочное мышление. То есть у нас всегда есть какие-то представления о том, как должно распространяться сознание Кришны, как должны преданные общаться, какими должны быть старшие, какие должны быть младшие. И вот это постоянно в уме вот это вертится. Но мы уже вспоминали вот этот текст, да, Господь Читание говорит, вот когда пробуждается према в сердце, вот тут как раз вызов происходит нашему оценочному мышлению, потому что это все не так, как он ожидает.
Набуджеха, говорится. То есть даже те, кто очень хорошо сведущ в священных писаниях, говорится, Господь Читание говорит, даже они не могут понять слов, поведение тех, кто действует на платформе премы. Ну или что-то из него исходит благодаря именно вот этому пробуждающемуся состоянию. И вот пытаясь разделить логику Дживы Госвами, вот я чувствую, от него исходит вот эта защита. Он указывает нам как бы настроение полубогов, настроение самих мальчиков, и как это все уживается вот в этой сцене. Вот в этой сцене, когда происходит совершенно трансцендентное действие, нематериальное, но на глазах у полубогов. Ну, в этом, как бы, вот я почувствовал урок для себя точно. Итак, мы пытаемся быть внимательными, уважительными по отношению к тому, что происходит в этом движении сознания Кришны. Мы пытаемся защищать себя от оскорблений, ищем благоприятного общения. И мы пытаемся, ну, все это как бы прославлять. Бросать на это цветы, петь, воспевать, прославлять преданных, так или иначе. И 40-й текст тоже интересную деталь подчеркивает, что, ну, практически тем самым убийство демона Тенукасуры привело к тому, что, ну, лес казался свободным от препятствий, то есть те, кто боялся Тхенуку, они освободились от страха, люди могли беспрепятственно входить в лес, ну, то есть вот идеальное завершение, то есть место было очищено для наслаждения Бриджабаси. И интересная тут деталь, тоже на нее Ачарья обращает внимание, что несмотря на то, что эти плоды тала, это был единственный повод для того, чтобы эта лила появилась, то есть чтобы мальчики-пастушки смогли вдохновить Кришну, войти в этот лес, убить демона Тхенукасуру, на самом деле они не ели все равно этих плодов. Вот интересная деталь, что они почувствовали, что она осквернена вот, кровью этих убитых ослов, и они не хотели оскверняться, да, этим. Но нецивилизованные люди, такие как пулинды, они приняли эти плоды. Ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мальчикам, ну, в конечном итоге нужны были не плоды. Ну, вот мы подсмеивались над Тхенукой, да, что вот Тхенука, вот он сторожил плоды, а сам их не ел. Вот глупец. Но на самом деле мальчики, они тоже-то, для них плоды были не самоцелью, а всего лишь поводом. И вот тут интересная разница, это для профилактики уже нашей гордости, что по сути преданные, которые привязаны именно к Кришне, к отношениям с Кришной, они ничем не отличаются от обыкновенных материалистов, которые вроде бы ради плодов трудятся, но сами этих плодов-то вкусить-то не могут. Ну, так у них работы много, да. Почему это важная идея? Потому что на самом деле в этом проявляется вот эта истинная дхарма или потребность живого существа, нитья-дхарма. Есть нитья-дхарма, Бхактивинода Такура различает, то есть это изначальная потребность живого существа в отношениях с Господом. А есть наймитика-дхарма или приобретенная дхарма в материальном мире, связанная с потребностью вот этих покрытий материального тела, ума и так далее. Так вот, истина в том, что вот эта наймитика-дхарма – это вообще, строго говоря, не потребность. Это всегда повод для того, чтобы утолить голод вот этой нашей изначальной потребности. Просто живые существа с материальным сознанием делают это по поводу как бы привязанности к плодам. На самом деле они просто наслаждаются вот этим азартом. То есть деньги им нужны же не ради денег. И даже не ради того, чтобы купить на них пищу.
а ради того, чтобы каким-то образом входить в отношения с этим миром. Это отношение славы, престижа, на самом деле, конкуренции друг с другом. Это все равно пхала. Это все равно какая-то сфера переживаний, вот сфера отношений. То есть, строго говоря, люди гоняются за плодами этого мира, даже в кармическом сознании, но по сути это их способ вот этого искаженного удовлетворения той же нити дхармы, той же изначальной потребности в любви, чтобы на них обратили внимание. То есть в этом смысле мы можем увидеть, что этот материальный мир от начала до конца фикция. От начала до конца он никому не нужен, ни материалистам, ни тем более возвышенным преданным. Это всегда повод для того, чтобы реализовать отношения. Итак, все мы хотим отношений. Единственное отличие живых существ, которые вот пока погружены в материальный мир, и преданных, которые собрались уходить в духовный мир, в том, что разные вкусы отношений. Вот опять-таки здесь вот эта эмоция сострадания должна нам подсказать, что достаточно несложно проповедовать людям. Не надо их для этого, пытаться их оградить от чувственных наслаждений даже, по большому счету. Это просто мы делаем для того, чтобы уловить момент, когда они немножко остынут от чувственных наслаждений, дать им просто другой опыт отношений. То есть преданные хорошо понимают, если даже с самым заядлым атеистом просто хорошо поговорить, как Иисус Христос говорил, просто хорошо поговорить, он вдруг начинает чувствовать, что вот это ему и нужно было. И он, естественно, начинает пересматривать все свои атеистические философии. Вот, видит, что это всего лишь условность. Что намного проще можно получить того, чего он хочет, всех этих отношений. То есть в этом смысле проповедовать очень просто, если мы сами вкушаем плоды истинных отношений, то есть истинной пхавы, связанной со служением Верховной Личности Бога. Вот, и мы видим, что все успешные общины в нашем движении, они идут именно этим путем, как мы часто вспоминаем общину Чаупати, да, Радханата с вами. То есть в какой-то момент начался очень сильный рост этой общины. Там сначала было немножко людей, потом чуть больше. В какой-то момент, буквально за год, за два, несколько тысяч добавилось. И когда попытались проанализировать успех, поняли, что преданные просто общались со своими родственниками. То есть к общине Чаупати, к Радханату с вами, начали присняться целыми династиями. Какой-то преданный получил вкус отношения с Господом Чайтаньей, просто начал общаться с родственниками, и родственники сразу все поняли, о чем речь, и сразу присоединялись к движению сознания Кришны. Буквально за несколько лет община из там нескольких сотен превратилась в общину из там 6, помню, тысяч. И вот на их парикрамах Радханат с вами организовывал уже огромные многотысячные парикрамы, до сих пор организовывает. Я помню, я был в 2001 году на парикраме, там был 1000 человек, а уже через несколько лет на парикраме Радханат с вами было 6000 человек. А сейчас мне говорят чуть ли не 10 тысяч человек на этих парикрамах. И в основном это проповедь от сердца к сердцу. Преданное, вот, чувствуя вот эту пхаву духовного учителя, вот эту атмосферу, которая возникла в Чаупати, в самом храме. Между преданными, брахмачарями, грехасками пошел вот этот обмен вот этих любовных отношений. Преданные наполнились этим и просто общались с людьми естественным образом. И люди, конечно, это оценили. Они только это ищут. Вот как бы секрет могущества. Я хотел немножко поговорить именно в контексте этого, что сегодня же картика. А что такое картика? Картика – это как раз пиршество Уджа-шакти. Вот. На картику все вспоминают, что одно из имен Шримати Радхарани – это Уджешвари. А Уджа, дословно, это шакти, который является эксклюзивной
прерогатива Шримати Радхарани. Это сила, которую можно связать Кришну. Называется Уджа. Почему в этот месяц мы медитируем на игру связывания Кришны, мама Яшоды? Казалось бы, при чем тут Шримати Радхарани? Это же ее месяц. Но просто в этой лиле мама Яшода, у нее все-таки ватсалья раса, она в какой-то момент, вот она проявила вот это вот самое-самое могущественное шакти, которая исходит именно с Шримати Радхарани. Именно вот это шакти, я уже детали не буду рассказывать, оно именно позволило Кришне сдаться. Вот это Кришна, он сдается перед этой энергией. Кришна ничего не может сделать с Шримати Радхарани. Потому что вот эта энергия шакти, которая исходит из ее любви, она обезоруживает Кришну. И вот как Яшода связала Кришну, благодаря тому, что она получила эту энергию от Шримати Радхарани, это ключевой момент, ну, вот лила с Мараном, который рекомендуется вот в этот месяц, месяц Картику. То есть даже выдающиеся проповедники, самые выдающиеся проповедники в этот месяц обычно предпочитают погрузиться в бажан, погрузиться в памятование об играх Кришны во Вриндаване. Это предписанное наставление. В Нектаре преданности об этом Шрила Прабхупада говорит, Рупа Госвами на это обращает внимание. Мы знаем, что Бхактистанта Сарасвати говорил, что самый совершенный Гоштхинанди, то есть тот, кто проповедует, да, это на самом деле Баджанананди, который начал говорить. Вот опять-таки то, к чему мы говорим, вот, приводя к примеру Чаупати. То есть вот этот опыт глубокого погружения в Раджа-Бхаву, если так или иначе мы напитываемся этим, и если мы просто говорим в этом состоянии, мы видим, что вот эта гоштхи осуществляется. С кем мы ни говорили, мы чувствуем, что там начинается ишта-гоштхи, там начинаются беседы на духовные темы. Неважно по какому поводу, даже если это там погода, если преданный, погруженный в памятование Кришне, разговаривает с обыкновенными людьми, просто о тех вещах, которые их интересуют, они чувствуют определенное состояние, это передается. Они начинают ценить преданных, уважать преданных. И уже само вот это чувство уважения, почтения к преданным действует на них очищающе, просто абсолютно очищающе. Тот, кто прославляет внутри преданных, практически развивает качество полубогов, о чем мы говорили. Итак, этот месяц связан именно с тем, что Шримати Радхарани, она входит вот в это состояние особой милости, она раздает вот это шакти, которое с трудом дается иногда, даже Яшоде Мати, она дает вот это шакти Уджи всем без разбора. Поэтому говорится, что служение в этот месяц в миллионы раз, говорится в Падма-Пуране, в миллионы раз более могущественно, чем такое же служение, которое мы можем оказать как бы, в другие месяцы, да, в другое время. Причем имеется в виду настоящее служение. Мы же говорим, что подлинное служение – это служение под влиянием внутренней энергии. Но внутренняя энергия может быть тоже разного качества. Так вот, если мы именно в этот месяц Картика под влиянием вот внутренней энергии, по милости Шримати Радхарани, оказываем какое-то служение, то оно будет в миллионы раз более могущественное. То есть вот эта цель саданы, бава, она будет много-много раз усиливаться. Вот просто простые рекомендации нам дают. Еще это называется нияма-сева. Знаете, да, есть яма, есть нияма. То есть яма означает запрет, и нияма – это некие рекомендации, правила. Вот даются несколько простых правил. Если мы их делаем осознанно, с желанием, с верой, они могут дать нам очень много вот этой милости Шримати Радхарани. Просто фитилек, вот фитилек важно. Вот хотя бы раз в день, а лучше два раза в день, утром и вечером. Есть изображение простое, мама Яшоды и Дамодара.
Вот именно в тот момент, когда она все-таки связывает, вот эта уджа проявляется, да? Вот давайте поклонимся, просто 7 раз вокруг этого изображения. Ну, не знаю, нет возможности делать классические фитильки, но просто на спичку можно намотать, не знаю, ватки, смочить маслом, и все, и будет фитилек. Важно, очень важно. Еще важнее петь Дамодараштаку. Намамишварам сад читананда рупам. Этот бажан Сативрата Муни произнес вот в глубоком состоянии премы. В этих 8 стихах вот вся Враджа Бхакти. Разные-разные оттенки. Есть множество семинаров по этому бажану. Очень-очень глубокая вхава в нем заложена. Если мы поем, очень благоприятно. Тоже самое лучшее это утром и вечером. Для семейных людей особо рекомендуется вот вечером, да, вот в семье собираться, когда так или иначе уже день отгромыхал, там все работа, как-то там все успокоилось, вот сеть в кружку, мама, папа, дети, да, и вот спеть Дамодараштаку, вот может излечиться вообще все трудности, может быть, в семейной жизни какие были, недопонимания, обиды. За этот месяц можно все это сжечь. Просто собирайтесь вместе, предлагайте фитильки, пей Дамодараштаку, и будет столько счастья, что не захочется думать там ни о чем другом. Ну, кто-то дает обеты, особо такие ценящие милость Мати Радхарани, они могут повторять больше кругов, давать какие-то обеты, повышать садхану, может кто-то почаще сейчас заходить в интернет на храмовые программы, потому что уже в храм не позовешь. Особая у нас тут милость. Но так или иначе, можно сейчас есть трансляции, можно побывать на Мангаларати. Это было бы очень здорово. Все. Я хотел бы, чтобы мы поговорили все вместе о чем-нибудь. Здесь присутствует много старших преданных. Вот давайте вдохновимся на этот месяц, чтобы затопить общину Екатеринбурга Радха Премой. Нам пригодится на марафон, скоро марафон. Вот сейчас можно накушаться, а потом нужно будут силы, чтобы отдавать, чтобы запланировать хороший марафон, отдать всю эту энергию для блага всех живых существ. Вот, сразу же нам Вайшнава Такурани ссылочку прислала. Спасибо ей большое. На Мангаларати и Джапу. Все, все условия созданы. Все, умолкаю, превращаюсь в уши. Харе Кришна, слышишь, Прабу. Тут вчера Гуру Махарадж, ну, тоже давал нам эту, как это сказать, вдохновение, санкалпу на картику. И вот он сказал, что один из самых главных обетов – это рано омываться. Там даже мантра такая специальная есть, что в этот месяц, пожалуйста, Господь меня очисть внутренне и внешне. Вот, вот этот. Прямо по ветровам, вот это? Нет. Сейчас скажу. Мантра так звучит. Картики гам каришьями радахснанам джанардана пидартхам тава девиша дамадара маясахам. О Господь Дамодара, о Джанардана, он девеша. О девеша! Ради твоего и Радхарани удовольствия, я буду омываться каждое утро месяца картика. Пусть я очищусь как внутренне, так и внешне по твоей милости. Спасибо. Харибу. Знаю, как другие, я не запомнил мантру, можно ее выложить. Не, ну как сказать, хотя бы просто примерно, что вот этот, один раз этот надо обет дать, вот, что Господь Дамодара, Джанардана, ради твоего Радхарани удовольствия я буду омываться каждое утро месяца картика. Пусть я очищусь как внутренне, так и внешне по твоей милости. Тут очень просто все понять. На всю картику обет. Так, Амала Говиндаджи. Кришна, вот там ты упомянул настоящее служение, которое нас может постигнуть. Месяц картика.
И можно понять, что есть настоящее, есть ненастоящее. И вот что с ненастоящим мы делаем обычно? Что с ним делать, с ненастоящим служением? Ну, мы имеем в виду служение в гунах, да, вот, ссылаясь на Капиладева, на Рупу Госвами, то есть можно совершать служение под влиянием внешней энергии. И оно не настоящее только в том смысле, что оно пхаву не дает. Да, вот мы знаем по Рупе Госвами, что цель садханы не достигается. Цель садханы – это бхава. Но если мы совершаем садхану, так называемую, под влиянием внешней энергии, строго говоря, это не садхана еще. То есть бхавы не будет. Но будет очищение. То есть будет прогресс в путешествии по гунам. Это тоже важно. То есть мы начинаем с практики в гуне невежества преимущества, потом в гуне страсти, есть это соперничество, есть, ну, зависть проявляется, гнев и так далее. Но преданное служение в гунах даже, оно обладает мощным очищающим эффектом. То есть оно приподнимает нас в гуну благости, потому что все равно дает трансцендентное знание. То есть бхавы нет, но знание трансцендентное гьяна будет. А трансцендентная гьяна, она приводит к тому, к саморазоблачению, что оказывается, это не другие там мешают мне прогрессировать, а все проблемы во мне. И гуна благости действует на наше служение таким образом, что у нас возникает горячее желание очиститься, практикуя преданное служение. Вот эта мотивация преданного служения, не настоящего пока, не настоящего, под влиянием гуны благости, желанием очиститься – оно выводит нас на предел Шраванам Киртанам, вот этого уже десятый текст, по-моему, да, 29 главы 3 песни. Капиладев говорит, вот когда пробуждается уже вкус к слушанию и прославлению, и вот мы под влиянием вот этой мотивации начинаем практиковать преданное служение, вот это уже настоящая, это внутренняя энергия. Это ручи Викшваксена, Катха Ручи, вот это Ручи, это уже от внутренней энергии. И под влиянием внутренней энергии, то есть из вкуса вот к этому опыту, если мы выполняем служение, это дает пхаву. Это настоящее. И имелось в виду, что даже вот это настоящее месяц картики в миллионы раз усиливается. Вот ловить момент нужно. Вот этот вкус к шраванам, киртанам, к общению с преданными может в этот месяц просто через обыкновенные ниямы, ну, фитилек, пожалуйста, ну, как казалось бы, просто ритуал, спеть баджан. Но если в какой-то момент мы сделаем это, ну, искренне для Шримати Радхарани, друг для друга, чтобы порадовать преданных, духовного учителя, с этим вкусом, мы можем получить очень глубокий опыт. Конечно, многие ради этого вообще во Вриндаван ездят. Я знаю, что даже наши екатеринбургские преданные, не буду имена называть, прямо планируют каждый год обязательно во Вриндаван съездить на картику. И это хорошо. Но последний опыт мне говорит, что можно дхаму уже в Екатеринбурге проявлять. То есть можно самым серьезным образом планировать, что здесь можно получать такой опыт, как во Вриндаване. Сегодня я был в нашем храме на Калинновке, там уже даже пол теплый, как во Вриндаване. Более того, даже во Вриндаване там пол прохладненький, там по утрам. Вот, а тут звук пропал. Да, нет звука. Так, похоже, я начал тайны выдавать. Кришна меня выключил. Давайте продолжайте. А то все сбегутся на Калиновку, а там места мало. А меня слышно вообще? Слышно, да. Хорошо. Так, Амала Говинда, ты еще что-то хотел нектарное сказать, я точно чувствую.
вот природа энтузиазма, она сама по себе, она же духовная, да? То есть, ну вот, Утсахамая это или это Шудха, Утсаха, как это вот называется? Утсахамаи. Ну да, Утсахам нишчат харьят. Мы должны разделять, что человека обуревает, ложный энтузиазм или истинный энтузиазм. Вот на какой стадии это важно, или, может быть, это никогда не важно, например. Мы должны просто усиливать этот энтузиазм. Вот что делать с этими людьми, у которых есть энтузиазм? Спасибо большое. Да, хороший вопрос. Любой энтузиазм идет прямо от Бога. Даже материальный энтузиазм, даже привязанности, связанные с материальным миром, энтузиазм на них дает Господь. Это прерогатива сверхдуши. Сверхдуша эко бахунам йовидат хатикамам. То есть она удовлетворяет желание каждого. Как? Через энтузиазм, через энергию жизни. Она вдохновляет нас даже наслаждать чувства. То есть это первый момент, так сказать, это то, с чего мы должны начать. Сначала увидеть единство, что любой энтузиазм от Бога. А точнее, любой энтузиазм от наших отношений с Богом. То есть Бог нас любит, Он о нас заботится в материальном мире, и Он дает энтузиазм, что мы хотя бы хоть как-то живыми-то, хотя бы казались. Да. Но вот уже отношения с Богом может быть разные. То есть качество энтузиазма может быть разным. Вот это пункт 2. Это то, что мы, нам рекомендуется различать, но уже как бы со временем. То есть сначала любой энтузиазм приветствуется. Люди привлекаются сознанием Кришны, даже если их энтузиазм осквернен там какими-то материальными желаниями, неважно. Этот энтузиазм, он приведет их, в конце концов, к тому, что они будут ценить преданных, но будут духовно совершенствоваться. Здорово. Но в какой-то момент преданный понимает, что какой-то энтузиазм, даже связанный с сознанием Кришны, он то появляется, то уходит. И вот это в какой-то момент начинает сильно раздражать преданного. Ну что я то вдохновлен мантру повторять, то не вдохновлен. То я привлекся к Кришне, и мне так хорошо, то я уже забыл о Кришне, мне очень плохо. Начинаю в этом состоянии думать, ну как же, Кришна же, ну как, я же его слуга. Не работает, все равно страдания остаются. То есть когда Утсахамаи или вот этот энтузиазм, связанный с временной нашей природой, несмотря на то, что он исходит от Бога, но в конце концов он иссякает со временем, и мы вынуждены как обесточенные батарейки страдать, мы начинаем уже задавать вопросы. А почему, собственно, Кришна меня вдохновляет, а потом это вдохновление забирает? Вот. Либо с ним что-то не так, либо со мной что-то не так. Он же дает энтузиазм. Почему отбирает? Вот тут Сахамаи – это настоящий энтузиазм, в смысле о том, что он от Кришны идет. Но он то есть, то его нет. Как иллюзия. Почему? Как иллюзия. Да, вот то есть, то нет. И в этот момент мы понимаем, что отношения с Господом могут быть разные. И в какой-то момент мы настолько хорошо это понимаем, что не хотим получать от Бога вот этот временный энтузиазм. Прямо говорим Кришне, этого не хочу. Это, конечно, от тебя спасибо большое, но я уже хочу другого. И вот этот выбор позволяет нам перейти на другой энтузиазм, который Кришна дает именно своим чистым преданным, которые хотят только служить Ему и не хотят ничего другого. Вот там приходит другой энтузиазм. Он исходит уже из личного отношения, личного доверия Кришны к нам, скажем так. Вот это Утсахам, Нищаят, Дарьят. Вот когда мы получаем такой энтузиазм от Кришны, то нам материальный мир вообще ни почем. То есть мы очень решительные, мы терпим легко этот материальный мир. Почему? Потому что благодаря истинному энтузиазму мы чувствуем постоянное присутствие Кришны в нашем сердце. И как говорил Биламангала Такур, из этого сердца Кришна никуда не денется. На внешнем уровне он может как бы
приходить иногда, может уходить, ну как вот через какие-то внешние вещи. Но из сердца он никуда не денется. Вот это ништха, нищая, тхарья. И мы хотим такого энтузиазма. Почему? Потому что только такой энтузиазм позволяет служить Кришне. Временный энтузиазм не дает служить Кришне. Ну, то есть мы как бы начинаем что-то делать. Но когда этот энтузиазм уходит, мы не способны поддержать служение. Это значит, ну, оно как бы просто, ну, в конечном итоге оно разрушается, ну, то есть не осуществляется. Ну, то есть походить там два раза на Мангаларати и забыть об этом, ну, это значит, что ты как бы так и не побывал на Мангаларати никогда. Вот, вот, вот. Ну, чтобы как бы четко понять вот эту как бы грань, что такое настоящий энтузиазм. То есть с точки зрения опыта настоящего энтузиазма я вообще не жил духовной жизнью. Это вообще не было служение. Это было как бы всегда, как бы служение. Я не знаю, Малыш, я как-то ответил? Да-да-да, здорово, продолжай. Вот, когда один энтузиазм другому энтузиазму мешает, это признак чего-то или это, ну, как сказать, это нормально, это, ну, как бы всегда может быть такое? Это не то, что мешает, это есть вот эта динамика отношений. Вот динамика отношений, да, вот как вот влюбленные воркуют, как они говорят, ну, как, давай я это сделаю. Он говорит, нет-нет, давай я это сделаю. Он говорит, нет-нет, давай я это сделаю. Вот они как бы вот они на непонятном языке разговаривают, они как бы соперничают, они хотят дать любовь друг другу. Вот, и Кришна, при этом же понимает, что Кришна из любви дает ему этот ложный энтузиазм. Но преданность любовью отвечает, не надо мне этого. Вот, вот я хочу что-то для тебя сделать. Не надо вот заботиться о моих материальных желаниях. Ну, я вижу, что ты о них заботишься, но не надо, я не этого хочу. Я хочу что-то для тебя сделать. Отправь меня в ад, пожалуйста, там уж точно не дочувствовать наслаждение, там точно я только для тебя буду служить. Ну, например, я не знаю, как подчеркнуть просто, не обязательно в ад идти, я никому не рекомендую, лучше на Голоку. Но какие такие разговоры могут быть? Как, допустим, на глазах у всех Господь Чайтанья проверял Калавечи Шридхара, чтобы показать всем вот этот вот бриллиант вот этой премы, этот нектар густой. И все говорят, ну, смотри, ты такой бедный, давай я тебе дам, ну, богатства много. Он говорит, нет. Ну ладно, богатство это не серьезно. Давайте дам мистические силы. Мистические силы, ты будешь повелевать всей вселенной вообще. Нет. А что ты хочешь, Коловеч? Ну, вот я хочу как бы тебе что-то сделать для тебя, удовлетворить. И он недолго думает, говорит, ну просто приходи, покупай вот эти мои банановые посуду. Пожалуйста. Вот так здорово. Похоже, я больше ничего не хочу. Это просто такой разговор с Богом. То есть вот как мы недавно с преданными говорили о качестве джапы. Можно джапу повторять и испытывать вдохновение, а можно общаться со святым именем. Это совершенно другое. То есть очень важно, чтобы наша джапа перешла в общение с Кришной. Он не отличен от святого имени. Это ключевой момент нашей садханы. Это альфа и омега. Понять, что святое имя – это сам Кришна. Надо не просто слушать его, это правильно для начала, но нужно общаться. То есть Кришна общается буквально, дает трансцендентное знание через джапу, на что-то обращает наше внимание, может давать какие-то советы, если у нас есть вопросы. И вот там, вот в этом таинстве джапы, мы делаем свой выбор на самом деле. Мы выбираем, мы говорим, Кришна, вот не хочу, он же показывает, просто в медитацию, он показывает, смотри, вот, а тут ты прокололся-то, ну, все-то думают, что все хорошо, а я-то увидел, например. И мы понимаем, что Кришна-то того не принял. Я-то думал, что принял, а он не принял.
И вот что я теперь выберу? Прямо в джапе, когда он приоткрывает для меня это все. Я же как-то сердцем откликаюсь. Вот, то есть есть общение, есть такой элемент в нашей духовной жизни, когда мы должны побыть один на один с Кришной, в нашем случае со Святым Именем, и там навести порядок. Что нам нужно от Бога? От Бога можно получить все энергии. Сарвасти чахам кридиса нивишто, то есть все от Него идет, да? Или как это в Упанишадах? Господи. Свабхавики гьяна балакрияча. Парасе шактир, вот, Витхайва Швете. Масса энергии от Кришны исходит. Но что мы выбираем? Вот, тут не то, что там конкуренция какая-то возникает, это вопрос нашего общения с Господом. С какого-то рационального среза, да, какая-то энергия борется с другой энергией. Ну, вот это как бы такой, как скажем, ну, рациональный срез, интеллектуальный срез, да? Но по сути идет общение с Кришной. Кришна, я понимаю, ты мне это можешь дать, и это, а я вот хочу только это. А Кришна говорит, а не получишь, например. А почему? А вот сам должен понять. Ну, какие-то такие разные вещи. Чего захотел, допустим, во Вриндаван он захотел. Я вот тебе сейчас покажу, допустим, что ты вчера сделал. Ну да, во Вриндаван, а хотя бы в Двараку можно? Ну я уже сейчас немножко так утрирую. Ну короче, общение, факт общения должен быть. И там вот эта энергетическая трансформация, Шакти Паринама Вада нас еще называют, философы. То есть это некий путь, когда просто трансформируются разные шакти. А все шакти от Бога. Вот сегодня мы говорим, давайте вот договоримся уджа шакти. Вот чего захотели, а? Ну, в общем, Мати Радхарани, у нее месяц такой. Ну, вот можно захотеть, может дадут, если будем искренними. Итак, общение. Я почему начал об этом заговорить? Недавно был разговор со старшим преданным, да, вот. Вот вроде джапа все классно, а вот там не классно. Ну, почему так? А что тут? Что же классное джапа? А ты пообщался с Кришной на джапе? Там ты должен получить все вопросы, ответы на вопросы. Так. Ну, чтобы мы с тобой не разговаривали, мало Говинда, я чувствую, что нам как-то надо, чтобы всем было интересно. Может, ты что-то добавишь? Ты умеешь так более, так сказать, синхронно все описать? Да нет, это я лишь бы не закончилось, твое повествование. Там Сундари написала этот вопрос. Разве могут оба энтузиазма быть одновременно? Как тут точнее? Не так, что одновременно. Это как нельзя одновременно дышать из двух кислородных подушек. Это тоже такой пример у нас родился тут в определенной санге. Ну, мы нуждаемся в воздухе. Факт. Воздух. Воздух, ну, как бы, это необходимость. И вот воздух можно получать из разных источников. И вот представьте себе вот две кислородные подушки. Да, вот. Ну, понятно, что одновременно из двух кислородных подушек нельзя получать воздух. Но можно в одну подышать, в другую, да, потому что и там вроде неплохо. Вот что-то такое происходит. То есть нам нужно энергию жизни. Но вот сегодня что-то Кришна как бы запаздывает, не дает, ну, как бы, то, что мы договорились. Ну, давай пока подышу другим. А чистые преданные, они готовы задыхаться. Образ чатаки. Птица чатака. Она вот, если ей не дадут дождевую воду, она умрет от жажды. Не спустится на землю, не будет пить воду, которая соприкоснулась с землей. Вот такая решимость. А почему? Что она смерти хочет? Нет, она знает, что так можно купить Кришну. Если ты прямо умираешь, вот как раз вот он никуда не денется. Ну, это уже, опять-таки, тоже вот общение, определенное вот общение с Кришной.
То есть Кришна, он тоже упрямый. Он, ну как, у него характер есть. Его тоже постоянно вдохновлять нужно. Ну, для него он же герой, мы же видели, вот, как он с Тхенукасурой расправился. Ну, и мы должны как-то его впечатлить. А то захотел во Вриндаван. А на что ты способен? Вот, что, какую цену готов заплатить? И внешне это выражается, как мы говорим, какие-то испытания, да? Но на самом деле, ну что значит испытание? Это просто общение. Главное вот не переключиться на другой энтузиазм. Так, Матаджи Сундари, я как-то ответил на вопрос? Да, спасибо большое. Понятно стало. Добавить кто-нибудь? Добавить? Да нет, наверное, не добавлю. Понятно, да, стало, что надо вот, ну, что мы всегда выбираем истинный энтузиазм, да, и ну, испытания должны пройти какие-то, видимо, чтобы подтвердить, да, что мы выбираем Кришну, а не какие-то наши ложные, ну, потому что я понимаю, что ложный энтузиазм, это же когда мы ждем какие-то, ну, внешние какие-то, да, не Кришну на самом деле мы ждем, а какие-то, ну, похвалу какую-то, да, какую-то, какие-то такие внешние подтверждения, что что-то мы делаем, да, от других преданных, может быть, вот. А истинный энтузиазм — это когда мы не ждем всего этого, а мы просто ждем отношений с Кришной, чтобы Кришна ответил, чтобы Кришна проявился. Но мне не важно, похвалят меня, не похвалят, заметят мое служение, не заметят, лучше даже, чтобы не заметили. Вот. То есть для меня вот это важно, чтобы Кришна был доволен. То есть я для Кришны хочу это сделать, и для преданных Кришны, не ожидая ничего. Угу. Вот я так понимаю, правильно, да? Спасибо, да. Ну, как это может выглядеть? Ну, просто одна из сторон, да, вот этой же ситуации, что ну, вот Кришна, мы зависим от Кришны, ну, как бы мы пошли на эти отношения, а Кришна не дает счастья. Вот не дает, и все, представляете? Вообще нет экстаза, вообще нету экстаза. Вот, ну, чуть хотя, а тут вообще нету. И вот что я буду делать? Ну вот Кришна не дает, вот, хотя договаривались. Вот, ну, надо же где-то получить. И вот я могу как бы сказать, ну пока он там думает, ну я там ну, что-нибудь там сделаю такое или получу, ну хотя бы ну что-то, чтобы не утихать совсем. Ну, совсем тоскливо стало, да? Но чистый преданный, он плачет. Вот есть такая садхана, да, вот возвышенные преданные, они понимают, что вот с Кришной, вот когда свяжешься, бывают такие очень тяжелые моменты. Мы знаем даже, что Прабхупада практиковал такую садхану. От Хридананда Бабаджи, мы знаем, жителя Вриндавана, он оказался свидетелем, что Прабхупада в Радхадамадаре плакал по ночам, вымаливая именно вот эту урджу, вот эту вот особую шакти Шримати Радхарани, чтобы проповедовать. Он подметал по ночам самадхи Рупы Госвами и Баджан Кутир и плакал на взрыв, так что соседи слышали даже немножко. Вот. Хотя что Прабхупада, что он не мог там ну, спокойнее жить, что ли? Он мог проповедовать и во Вриндаване, открыть там проповеднический центр прямо в Радхадамадаре, собирать последователей, открыть институт, вот, как делали его братья в Боге. Не хочу ничего там против говорить, но просто Прабхупада другой путь избрал. Он чувствовал, что духовный учитель хочет, чтобы он поехал на Запад. Как поехать на Запад? Ну, представьте себе. Пытался ли Гунаци организовать? Он же пытался ли Гунаци в Индии организовать? Но он понял, что это не то, что духовный учитель хочет, чтобы он дальше шел.
Тут не, видел, что тут не сложилось? Да-да-да. И он стал вот таким неудачником. Вообще никакого счастья. То есть не только вот, что бизнес стал у него обвалился, да, и что материального счастья нет, но и духовного счастья нет. Он приехал во Вриндаван, оставил семью, все оставил, деньги. И все равно счастья нет. Но Прабхупада, он плакал. И он, благодаря вот этой садхане, он получил эти полномочия. То есть Кришна оценила вот его решимость. Но это к тому, что вот бывает так, да, вот что Кришна, он, как он может отбирать вот это ощущение полноты и счастья, хотя мы на него положились, и смотрит. Начнем мы вот как бы из других источников получать вот это счастье. Счастье – это освобождение, мы знаем, счастье – это чувство наслаждения, есть три типа счастья. Счастье в экстазе, может быть, даже. И вот Кришна, он может так проверять нас на чистоту, то есть на то, насколько мы хотим именно войти в отношения с ним и только с ним. Вот. Ну, это один, одна из сторон. Так, ну что, кто-то еще преданный? Можно вопрос, Хари Кришна? Так, Анандини Матаджи, да, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста, примите мою поклону Лису Шришка Прабу. Вы можете рассказать вот оценочное мышление, это главная причина оскорблений преданных, и вообще вот как это оценочное мышление, оно само уходит, или нужно как-то с ним что-то делать более подробно? Может, свой опыт какой-то или опыт преданных? Спасибо большое. Оценочное мышление подобно рифам в океане или вот каким-то вот скалам на реке, да, когда мы плывем на корабле, то боп и на мель. То есть это некая реальность, она существует, вы не сможете сойти с мели, вот с этих рифов, ну просто как бы пытаясь разрушить их. Единственный выход, ну самый практичный выход из ситуации, это добавить воды. То есть, если просто полноводье, больше воды в реке, то даже если лодка застряла на мели, она приподнимается без всяких дополнительных усилий. Это означает, что оценочное мышление, оно непреодолимо без более глубокого опыта. Поэтому мы как бы отдельно с оценочным мышлением не боремся. Ну, то есть, ум не может бороться с умом. Понятно, нужен разум. Разум, он позволяет просто проанализировать ситуацию. Но сам по себе разум, он не может освободиться от вот этой склонности оценивать, вот что-то от кого-то ожидать. Потому что причина глубже, она идет вот в этом внутреннем дефиците. И разум это знает. Он знает, что нужно просто преодолеть вот эту потребность в том, чтобы оценивать этот мир с точки зрения своего субъективного восприятия. Чтобы вот эту склонность преодолеть, нужно чувство внутренней духовной полноты. И он, разум, будет подталкивать нас к тому, чтобы мы практиковали садхану по получению духовного опыта. Тадвидьянартах сагурум эвабхигачхит. То, что говорится в Панишадах. То есть видьяна нужна. Видьяна дает внутреннее наполнение, с высоты которого все расставляется по своим местам. Оценивать просто там неуместно. Мы видим, что этот мир, даже материальный мир, он полностью совершенен. И вот когда человек понимает вот ценность артхи, вот эту ценность, что нужна видьяна, он начинает очень внимательно относиться к духовному учителю, потому что все это внутреннее наполнение мы получим через духовного учителя. И эта милость духовного учителя, она подобна наводнению. Она затапливает наш ум, и он сходит с этих рифов, вот с этой мели. Это исключительно милость духовного учителя. Проще говоря, если наш ум начал проявлять активность, начинает оценивать преданных, появляются какие-то оскорбления, мы должны знать,
ослабла связь с духовным учителем. Значит, больше саданы, больше преданности духовному учителю, к преданным, которые представляют духовного учителя и так далее. Все, придет милость, все, не захочется оценивать. Ну, ум просто, просто устает, знаете, он обездвиженным становится. Как он, читание Чанчаран Прабу приводит пример муха, которая там залезла на просад. Ее там даже отпугиваешь, она просто уже не может как бы сойти с этого просада, ну, потому что она немножко в опьяневшем состоянии. У нее даже как бы ну, страх потерялся. Ну, то есть вот ум, он такой, он становится таким как анабиозным, неподвижным. Ему лень просто оценить. Вот так действует вот эта вигьяна, духовный опыт. Ответил я, Маджин? Спасибо большое. Да. Смотрите, можно как бы детализировать. Много есть сторон в этом всем. Так. А можно перевести в другую сторону обсуждения? Давай, если по поводу самого Кришны. То есть, если... Вот привыкли думать, что... Кришна, он со всеми же имеет отношения во Вриндаване, с каждой травинкой. Я много раз про это слышал, что каждая травинка считает, что вот мне повезло, у меня есть вот эта према, Кришна меня видит, вот, и она так красиво изгибается для него. А тут вот Джива Госвами, он как-то какую-то другую ноту привнес, что Кришна, вот у него тут есть мальчики, ослы и вот эти плоды тал, и он больше никого не видит. Вы там привели его пример Джива Госвами. Вот. И меня это как немножечко, как это сказать, сбивает с привычных рельсов. На контрасте с полубогами имеется в виду. Понятно, что в расе, ну так там все в расе, то есть понятно, что раса с друзьями, она захватывает весь Вриндаван. Ну там это большой разговор, как это все происходит. Хотя, конечно, сейчас эпицентр это Сакья-раса, понятно, да? Но там все подключены, там все и попугаи, там и все, все, травинка, пылинка, там все, 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 все в этой расе сейчас. Все убивают Хинукасуру, на самом деле. Факт. Но полубоги не во Вриндаване. Полубоги подсматривают с небес. Потому что ну, это Пхаума Вриндаван, они имеют вот этот доступ, они могут со стороны посмотреть. Кришна на них не обращает внимания. Лично. Там расы нет, другими словами. Полубоги не находятся в расе с Кришной. Эта среда для них недоступна. Ага. Это важно различать. Очень важно различать. То есть есть вот этот ну, этап нашего служения и даже катхи, наши Кришна-катхи, как бы до освобождения и после освобождения. То есть до освобождения означает, что мы как-то ну, пытаемся это все осмыслить, пытаемся быть свидетелями и так далее. Но после освобождения начинается шантараса при правильной практике. То есть мы не останавливаемся на мукти. Нам нужна хотя бы шантараса. То есть есть большая разница между мукти и шантарасой. Шантараса дает перспективу на дасю. Мы входим в царство рас. И вот там мы начинаем, ну не то чтобы понимать, нам начинает открываться, что такое раса. Раса – это тотальная энергия. То есть если живые существа находятся в этой среде, расы, то всем достается, всем, что бы ни происходило, все получают энергию. То есть каждая пылинка действительно, она не скучает там, хотя, может быть, ну, фигурально Кришна по этой пылинке пробежит раз в несколько лет, если вообще пробежит. Она полностью во Вриндаване живет, вот в этих всех расах, разделяет их. Но совсем другое дело, полубоги, вот важно, совсем другое. Даже Брахма мог это понять, Брахма, вот 13 глава, да, прошли. Только после того, когда он пережил вот этот вот экстаз между жизнью и смертью, вот в этот транс вошел, и он увидел, вот что такое Вриндаван. Там даже живые существа, которые изначально созданы для вражды, они не враждуют друг друга, там нет голода, там нет жажды. Это совершенно другая среда отношений, там раса. Вот это до Брахмы только вот в результате этой лилы Вимохана Лилы с ним произошло. Большая разница.
То есть как ночь и день. Вот полубоги что видят, осознают, и что мальчики осознают, как, это вот как ночь и день. Кришна, он для мальчиков все это делал, не для полубогов, даже в уме их не имел в виду. Согласен? Да, здесь все успокоится. Спасибо. Так, ну что, 25 минут, мы можем и закончить. Вы слушали, что я пропал? У меня один вопрос. О, Вадим, очень рад вас видеть, не знал, что вы рядом. У меня такой вопрос. Вот мне ослы не дают покоя. Так. То есть ослы не охраняли плоды, но сами их не ели. То есть получается, что они были не коррумпированы, не брали взяток, то есть исполняли дхарму. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что надо вот исполнять свою дхарму. То есть просто, исполнять свой долг и не заботясь о последствиях, что из этого получится. И вот как получается, вот за что вот ослов-то убивают? Потому что необычные демоны. Обычно демоны приходят убить Кришну. Ослы, они просто сторожат плоды. Да, но они выполняли долг перед Камсой. А Камса – демон, открытый демон. То есть Камса не следовал дхарме. Вот что получилось. То есть так как лидер общества, в принципе, отвергает Писание и законы Бога, то есть он живет по своему усмотрению, для собственной власти означает, то он тоже организует вокруг себя общество и последователь, и внушает им чувство долга, но перед собой. То есть в этом смысле у Тхенекусера была честная позиция по отношению к Камсе. Но так как Камса, у него была нечестная позиция по отношению к Кришне, демонический царь, то в результате они служили демону, поэтому сами развивали демоническое умонастроение. А как это выражается? Что когда сам Бог пришел в лес, они почувствовали, что их долг перед Камсой важнее, чем их долг перед Кришной. Они не узнали в нем Бога. Поэтому они начали воевать с Богом. Вот так проявляется их демонизм. Хотя с точки зрения вот этой внутренней этики демонов между собой, они были воры в законе. Да, вот, как сказать. То есть у воров тоже есть своя этика. Там тоже вы, даже в обществе преступников, если хотите стать лидером, вы должны быть как бы честными перед друзьями, справедливо все награбленное распределять. Вот там есть этика, но она демоническая. Вот, поэтому всех садят в тюрьму, даже вора в законе. Тоже срок получают, несмотря на всю его нравственность. Ошибка Тхенекусера была в том, что он выбрал неправильного господина. То есть он служил неправильному господину. Поэтому сам стал демоном, поэтому получил от Кришны такую милость. Как, Вадим, отвечает? Ну, не совсем. То есть в чем-то отвечает. Дело в том, что Бхагавад-гите, дело не в том, что кому служишь. Действия не ради плодов, а ради просто исполнения своего долга. И вот как тогда мы вообще поймем, кому служим? Мы долг исполняем, то есть стараемся честно исполнять. Нет критерия, то есть не получается, нет критерия, то есть вдруг мы оказывается, что мы Камсе служим. Хорошо. Ну, во-первых, нужно понять, что когда мы, Кришна говорит я устанавливаю дхарму, сам стапанартха ям, он говорит, я устанавливаю дхарму, и ради этой дхармы он призывает сражаться Арджуну. Дхарма, этимологически обозначает обязанности, установленные Богом. Не какие-то обязанности, а именно, которые идут от священных писаний, от духовного учителя, от святых людей. Гуры, шастры, садху. Вот это мы называем дхармой. То есть
те обязанности, которые не исходят от Писания, не исходят от Бога, мы не называем дхармой, строго говоря. Это просто человеческие законы. Они, в принципе, демонические, если дхарме не соответствуют. Вот. И когда мы говорим, что человек должен действовать не ради плодов, а ради установления дхармы, ради следования обязанностей, имеется в виду обязанности перед Богом. Если это не так, если, допустим, человек отрекается от плодов, чтобы следовать долгу, но этот долг не связан с подлинной дхармой, то получается, он просто хочет получить другие плоды. На самом деле, он отвергает одни плоды в пользу получения других плодов. Вот что выяснится. Допустим, я хожу на работу и не получаю зарплату. Бывает такое. И может показаться, что я работаю не ради плодов. Но на самом деле, если сделать более глубокий анализ, мы увидим, там есть какая-то корысть. Вот только если я не получаю зарплату, ну, грубо выражаясь, именно для того, что я чувствую, что так хочет Кришна, что это он так установил, вот это является карма-йогой, о которой говорится в Бхагавад-гите, ничто другое. Как-то мы приблизились к ответу, Вадим? Ну, трудно сказать. То есть я, ну, надо подумать еще. Спасибо большое, за шишешу проблему. Так, Чимпакалата. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, вот продолжение про этих демонов. Тогда у меня природа вот этих демонов. Это же, в общем, как бы люди. Это люди, принявшие форму там осла, путаны, там еще. А сами тогда, они, чтобы вот понять, что вот этот демон символизирует это. Но на самом деле это просто люди, это демоны, это окружение камсы. И они принимают вот эту форму. А тогда в настоящей этой своей форме они как живут? Кто они такие? Изначальная форма демонов. Ну вот именно конкретно, например, Тхенукасура. Что это за демон? Какое место вообще у Камсы занимает? Я понимаю, что он только на эту лилу принял эту форму, или это вообще демон в этой форме? Потому что там, например, сказано, что этот Акхасура, когда он увидел, что мальчики радуются, он принял, ему стало очень обидно, страшно, отомстить захотел, и он принял форму Акхасуры, вот этого змея. Интересный вопрос. Вот я не знаю изначальной формы Тхенукасуры. Кто знает? А Малагавинда знаешь? Малагавинда не знает. Читание Сева? Улыбается, может, знает. Ну, слушайте. У нас созрел вопрос серьезных GBC. Значит, давайте дружно напишем письмо и выясним, кто такой Тхенукасура это на самом деле. Ну хорошо, на этой смиренной ноте, в духе послушания, можно закончить нашу лекцию. Главное вовремя ощутить зависимость от GBC, знаете об этом? Хари Кришна. Поэтому давайте ходить в масках, кстати. Вот. Малагавинда даст мне бонус за это, я знаю. Давайте ходить в масках. Я даже сегодня хотел в маске быть, но там, так как все не в масках, то мне было просто неудобно одному ходить в маске. Ну, казаться более преданным, чем другие преданные, как-то немножко неловко. Поэтому я все равно не надел маску. Правда, если бы Малагавинда приехал в храм, то я точно надел бы маску. Вот. Не хватает такого представителя Малагавинды еще в храме. Я пробовал в маске приезжать, меня чуть не сняли ее. Никто не надел. Ну, я бы не посмел. Если в Малагавинда маске, там все, я бы уже все, было бы очень комфортно. Даже нос бы закрыл. Обычно я нос закрываю, но если бы Малагавинда был, я бы даже нос бы закрыл. Ладно, надо заканчивать, я точно договоримся. Все, Грантарашма Бхагаватам Киджай, Рантакутирай, Ринда Киджай, Гора Примананда Ярири Балу.
Кришна.